несвоевременность. Господь подогнал нам события с пятого уровня бытия, а ты все спишь. Он надул воздушный шарик события, плотной, мощной, универсальной, первичной энергии творения, чтобы ты почувствовал. И не прошел мимо, а ты почувствовал. Но вместо того, чтобы построить новую жизнь и материализовать энергию, ты решил спускать ее через тонкую соломинку времени. Теперь вся энергия вытекла, и осталась пустая форма. Бедный пятачок, я хотел подарить тебе замечательный шарик. Он был большой и очень красивый. Бедный Ая, и эта тряпочка, все, что осталось от шарика. А какой у него был цвет, пятачок? Зеленый. Я, мой любимый цвет. А какой у него был размер, пятачок? С меня. Я, мой любимый размер. Несвоевременность.